В Саратове избит журналист. Двое неизвестных напали на сотрудника журнала «Общественное мнение» Сергея Вилкова. По его словам, мужчин он увидел еще накануне нападения во дворе своего дома на пересечении Комсомольской и Чернышевского. Избили же они его вечером 13 января. Один из нападавших попытался повалить журналиста, другой спереди бил по лицу. По данному факту полиция проводит проверку. Сергей же связывает нападение со своей профессиональной деятельностью. Напомню, чуть меньше полугода назад был избит еще один сотрудник «Общественного мнения» Александр Крутов. Один из них напал на меня сзади, схватил руками за шею и завалил назад. В это время второй нанес мне несколько ударов в лицо прямых. Я пытался того, который меня держал, стряхнуть. Мы с ним упали и, в общем, они подвергли меня некоторому избиению. Вот. Ну, избиение где-то секунд 20-30 длилось. Могу только с профессиональной деятельностью связывать и провожу параллель с недавним нападением на Александра Крутова, нашего сотрудника, которое произошло в конце августа. Другие версии серьезно не могу рассматривать.